Сотрудники Люберецкого городского жилищного треста организовали праздник для детей своих сотрудников. Мероприятие прошло в торгово-развлекательном центре «Орбита». Подробности смотрите далее. Детей сотрудников Люберецкого городского жилищного треста в этот день отрывались на полную катушку. Вместе с родителями учились играть в боулинг и лазертаг, зажигали под праздничные хиты с аниматорами, веселились во время новогодних игр. Помимо Дедов Морозов и Снегурочек, которые посещают наших деток, наших сотрудников на домах, мы раздаем еще сладкие подарки на предприятии от профсоюзного комитета. И вот сегодня тот самый день, когда мы всем коллективом отмечаем его именно здесь. Отмечать Новый год ярко и активно – добрая традиция для детей работников Люберецкого треста. Возраст ребят от 3 до 14 лет, поэтому их разделили на группы по интересам. Самые старшие, к примеру, попали на настоящие. Настоящую рэперскую тусовку, пели в караоке и сражались в танцевальных батлах. Безусловно, красочный праздник стал одним из самых запоминающихся событий уходящего года, как для детей, так и для взрослых. Снег прям такой классный был. У меня прям мурашки были по спине, когда он на меня падал. Такие праздники делать нужно обязательно, потому что это приносит радость детям и их родителям. Я не первый раз привожу ребенка на праздник, и это всегда действительно замечательное, веселое, занимательное развлечение для детей. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.